Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Здравствуйте, мои дорогие друзья. Как вы? Либо я могу сказать, как говорят в Испании. Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo estáis? Estáis, да? Так говорят в Испании, когда обращаются на «ты» к нескольким людям. Итак, сегодня у нас что? Испанский... под кофеёк. Вы позволите глоточек. И, кроме того, эта рубрика будет называться «Слово за слово». И первое слово у нас будет «un abrazo». «Un abrazo» значит «объятие». Почему это слово? Потому что очень часто оно используется в сообщениях. Вот, допустим, я пишу что-нибудь, да, как дела, тара-тара-тара, и в конце сообщения «un abrazo» – «обнимаю». «Un abrazo» значит «объятие», но переводится на русский как «обнимаю». «Un abrazo». Я могу сказать также «un abrazo fuerte» – «обнимаю крепко». А дословный перевод будет «un abrazo» – «объятие», «fuerte» – «крепкое». Да? Я могу сказать «un abrazo muy fuerte» – это еще сильнее, да? «Un abrazo muy fuerte». Также я могу сказать «un abrazo para ti», где «para» – «для», «ti» – «тебя», то есть «обнимаю тебя». Un abrazo para ti. Un abrazo fuerte para ti. Un abrazo muy fuerte para ti. Также после пара я могу поставить имя человека, которого я обнимаю, да? Через сообщение. Я могу сказать un abrazo para Ana. Обнимаю Анну. Либо un abrazo para Juan. Обнимаю Хуана. Либо я могу сказать un abrazo para todos. Обнимаю всех. Ну, еще раз повторим. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Мы еще можем сказать un abrazo para ti, либо un abrazo para todos. Ну вот и все. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Y un abrazo muy fuerte para todos. А я еще одну чашечку. Один глоточек еще выпью.